При этом врачи отмечают повышение эффективности лечения новых случаев заражения туберкулезом. Сейчас этот показатель составляет порядка 85%. По словам медиков, основную роль в улучшении показателей играет проводимая в городе профилактическая работа. Только за первые три месяца 2014 года было осмотрено более 23 тысяч горожан. Но при этом не все жители Темиртау относятся к своему здоровью ответственно. Некоторых удается отправить на лечение только благодаря вмешательству полицейских. В 2014 году совместно с отделом общественной безопасности УВД было проведено 20 плановых рейдов по розыску больных, уклоняющихся от обследования. С начала 2013 года в розыске находилось 62 больных заразной формы туберкулеза. К концу года было возвращено к лечению 62.